Привет, меня зовут Денис Абросимов, я менеджер издательства InfoDVD и руководитель проекта «Трейдинг ради денег». Если вам интересен трейдинг на московской бирже именно с точки зрения зарабатывания денег, то это возможность для вас. Внимательно посмотрите это видео, и я вам все объясню. Я приглашаю вас принять участие в мастер-классе Андрея Чеберяченко «Торговая система 1 + 1 + 1 = 1000» и получить тройную возможность заработать деньги на московской бирже. Во-первых, вы получите простейшую торговую систему, с помощью которых вы сможете выполнять задания, которые мы вам дадим на мастер-классе, и каждую неделю забирать 1000 пунктов в сделке по индексу РТС. К справке, 1000 пунктов это примерно равняется 1000 рублей на один контракт РТС. Все зависит от вашего депозита. Да? Если ваш депозит позволяет взять, допустим, 10 контрактов, то, соответственно, в такой сделке вы заработаете 10 тысяч рублей раз в неделю. Вторая возможность – это конкурс. У нас будет конкурс с гарантированными денежными призами. Вы получите конкретные, четкие задания на 4 недели. И по итогам, если вы справитесь с этими заданиями, вы гарантированно получаете денежный приз. Об этом я еще расскажу в этом видео поподробнее. И третья возможность. После окончания 4-недельного срока вы сможете дальше продолжать использовать полученную простейшую торговую систему и каждую неделю выдергивать деньги с рынка и переводить их к себе на карточку. Смотрите видео внимательно до конца, и я расскажу вам все подробности. Автор мастер-класса Андрей Мурманск-Чеберяченко. Андрей – это один из немногих трейдеров, который действительно живет и кормит свою семью только с денег, заработанных в трейдинге на московской бирже. Уже более 5 лет основной и единственный источник доходов Андрея и его семьи – это трейдинг. Интересный факт. В 2018 году, буквально несколько месяцев назад, в конкурсе «Лучший частный инвестор» на московской бирже сразу 3 счета, которыми управляет Андрей, заняли одновременно 2-е, 3-е и 4-е место. Что конкретно будет на мастер-классе? Давайте этот вопрос адресуем самому Андрею Мурманску. Смотрите внимательно. На мастер-классе я хочу людям предложить сделать определенные действия на рынке, да, определенные такие штучки. Шоры-моры, кручу-верчу, бабла хочу. То есть этому я в свое время научился еще в 2010-2011 году у одного из трейдеров. Тогда рынок ходил получше, сейчас похуже, но все равно это все еще работает. То есть на фьючерсе на индекс РТС собрать в неделю, тогда каждый день брали, сейчас в неделю один раз собрать 1000 пунктов на РТС комфортным для вас сайзом, то есть это объем контрактов, да, кто там сколько торгует, 5, 10, 15, 20, 30, там 100, как я, да, там у кого сколько, да, и больше не торговать. Получилось понедельник, все, неделю не торгуем, получилось во вторник не торгуем, получилось в пятницу, не получилось вообще. Ничего страшного, такое тоже может быть. Но смотрим, что да, сейчас РТС ходит. РТС ходит, и 1000 пунктов он делает там практически каждый день. Поэтому покажу людям плюс-минус, как входить, в какие моменты на графике и в какое время. То есть обычно у нас 2 времени, я тебе показывал, ты знаешь. Вот. Хочу показать, что даже вот таким примитивным способом можно зарабатывать. Не искать какие-то мои эти самые фундаменталы, не искать какие-то новости. Пауэллс, там, Бернанки, Драги, там, все эти, Джанет Йеллен, вот это всю тушнягу, кто что сказал, там, ОПЕК, Хирек, там, всякая вот эта шляпа. Просто 1000 пунктов на РТС. Если у вас еще нормальные счета, я просто не знаю уровень финансовой подготовки ваших клиентов. То есть да даже 1000 рублей, 3000 рублей, 5000 рублей они заработают, это уже будут заработанные деньги и выведенные. Я топлю всегда за вывод денег с биржи. Не за завод, а за вывод. Завели в начале года, сколько у вас есть, сколько вы хотите. И потом только выводим. Недавно выводим. Итак, на мастер-классе Андрея Чеберяченко вы получите простейшую торговую систему для работы на московской бирже. С помощью этой торговой системы даже каждый неподготовленный новичок сможет еженедельно выдергивать свою прибыль с московской биржи. Что входит в торговую систему? Почему мы ее называем 1 + 1 + 1 = 1000? В торговую систему входит один конкретный инструмент. Вы будете работать с одним конкретным инструментом, а именно фьючерсом на индекс РТС на московской бирже. Вы получите один конкретный свечной паттерн. Паттерн, по которому работает сам Андрей Мурманск и который позволяет Андрею зарабатывать, поверьте мне, действительно серьезные деньги. И один конкретный тайминг. Вот это грааль, о котором не говорят другие трейдеры. Это главный грааль всей торговой системы. То есть вы получите конкретное время суток, в которое вам нужно будет подойти к компьютеру, оценить график. И именно в это конкретное время найти формирующийся паттерн и войти в сделку. Согласитесь, что может быть еще проще, да? Чем когда вы работаете по одному конкретному инструменту, ищете один конкретный свечной паттерн, причем в одно конкретное время. И с помощью этой торговой системы вы сможете раз в неделю выдергивать свою прибыль. Ваша задача будет получать прибыль 1000 пунктов с индекса РТС. Давайте спросим, что говорит об этой торговой системе сам Андрей Мурманск. В чем особенность вот этой торговой стратегии, которую ты дашь? Для них не какая-то максимальная особенность этой стратегии, это простота. Это настолько просто, что даже сложно в это поверить. И сложность основная – это больше не торговать. Вот. Плюс, конечно, может так получиться, что у людей могут быть входы такие, что можно войти так, что если бы эту сделку держать правильно, то можно собрать там в течение недели, двух, там и 5000 пунктов, и 7000 пунктов. Да, можно попасть в какое-то трендовое движение. Но на мастер-классе задача будет пока отработать вот эти точки входа по конфигурации либо свечей, либо баров, кому как удобно, что удобно торговать. Да, и пусть это будет РТС, поскольку он хорошо ходит. Можно и Сбербанк. В принципе, Сбербанк тоже по несколько рублей ходит. Вот рубль по Сбербанку, там на 100 контрактах тоже 10 000 рублей, тоже деньги. А в чем вообще суть, что мастер-класс даст ученику, вот, который на него придет? Понимание того, как зарабатывает чувак. Ну, в принципе, я. Что даст мастер-класс. Вот. Я понимаю, что на мастер-класс, вот, если у вас получается, люди, если у вас получается, не приходите. Зачем? Если у вас получается, торгуйте то, что получается. Добра не ищут. Не надо, это вам лишнее. Если у вас не получается, я подскажу, как может начать получаться. То есть я покажу людям реально один из способов, как зарабатываются деньги. То есть этим способом можно зарабатывать деньги внутри дня, и таким способом иногда можно войти внутри дня и просидеть сделки 3, 5, 7, 10 дней. Квартал, если ты удачно вошел, там, можешь пересиживать какие-то коррекции. То есть можно войти в сделку, сразу же пойдет 2-3-4 дня движения в твою сторону. И потом какие-то боковые движения можно пересидеть, если ты сидишь. Вот, либо собрать. Итак, если говорить о результативности стратегии, которую вы получите на мастер-классе Андрея Чеберяченко, хочу вам привести в пример сделку, которую я сам лично совершил буквально позавчера. Да, сегодня я записываю это видео. Сегодня у нас 24 марта, воскресенье. Сделка была совершена 22 марта в пятницу, то есть буквально по горячим следам. Вы сейчас видите вот официальный отчет от брокера, да, в котором видно, собственно, вот все данные сделки. Да. Обратите внимание, что вот 22 марта в 11:18, да, по индексу РТС продажа, то есть сделка была открыта в шорт по цене 122 040. Давайте перейдем на график, я покажу. То есть, собственно, вот здесь вот это было в 11:18, да, вот по цене 122 040. Вот на этой свечке была открыта сделка в шорт. И посмотрите сразу, то есть это все было сделано четко по торговой системе Андрея Чеберяченко, которую вы получите на мастер-классе. Буквально сразу после этой свечки посмотрите, какое было движение вниз. Да? И если мы вернемся к отчету, то в 14.05 по цене 120 930 эта сделка была закрыта. Да? То есть вот у нас 14.05, вот на этой свечке, вот так вот, 120 920, вот здесь вот сделка была закрыта. Таким образом, сделка дала, еще раз смотрим, 122 040, 120 930, 1000, ну примерно 1100 пунктов в одной сделке мы получили, да. И в принципе, да, если бы я не выдерживал эти 1000 пунктов, то посмотрите, движение оно продлилось и дальше, да, и можно было бы на этой сделке собрать и 2000 пунктов. А хочу обратить ваше внимание, что данная торговая система может работать не только на индексе РТС, да, она может работать в принципе на любых ликвидных фьючерсах московской биржи, на фьючерсах, которые дают достаточную волатильность. Если мы опять же вернемся к отчету брокера, да, то обратите внимание, в 11.20 в этот же день по той же самой торговой системе была открыта сделка в лонг, в покупку по фьючерсу C, то есть это фьючерс на доллар-рубль. Вот, то же самое, 64 595, она была открыта в лонг, и в 15.53 в этот же день она была закрыта по цене 65 149, то есть примерно 600 пунктов эта сделка тоже принесла. И итоговый результат работы за день, да, ну, здесь этот результат он включает еще сделки, которые я собственно скрыл, да, ну собственно мы можем даже вот взять калькулятор и посчитать, сколько вот эти сделки нам принесли за день. Вот обратите внимание, друзья, 3099 рублей это при минимальном депозите. То есть мой депозит, он просто вот минимально доступный каждому. Это абсолютно тренировочный депозит. И тем не менее, он уже позволил мне заработать 3100 рублей, да, буквально за несколько часов работы. А вот на этом скриншоте, дорогие друзья, вы видите результат работы за тот же самый день. То есть, смотрите, обратите внимание на 13.21, да, то есть буквально за те же самые несколько часов. Это результат работы самого Андрея Чеберяченко. И посмотрите, при депозите 2 800 000 за несколько часов он заработал 233 000 на этих же самых сделках. Внимание, дорогие друзья! 11 апреля после окончания мастер-класса мы стартуем конкурс с гарантированными денежными призами. Мы решили не делить призовой фонд на 1-е, 2-е и 3-е место. Мы решили сделать так, чтобы в дележке призового фонда смог поучаствовать абсолютно каждый участник. Если у вас уже открыт свой реальный торговый счет у любого из брокеров на московской бирже, то вы сможете принять участие в этом конкурсе. Вы получите конкретные задания и конкретную торговую систему. Ваша задача будет один раз в неделю находить нужную ситуацию на индексе РТС, входить в сделку, забирать 1000 пунктов прибыли и больше в эту неделю не торговать и не совершать никаких сделок. В течение 4 недель вы предоставляете свои отчеты, вы предоставляете скриншоты ваших сделок, на которых вы забираете по 1000 пунктов прибыли. Вы выкладываете их в специальном месте в группе инфоклуба, которую мы вам предоставим. И по окончанию 4-недельного срока вы предоставляете нам официальный отчет от брокера, да, в котором мы сможем увидеть, что вы совершали только эти сделки в течение 4 недель и больше нигде и ничем не торговали. Вот. Если вы справляетесь с этим заданием, то по окончанию 4 недель вы получаете гарантированный денежный приз. Как видите, все очень просто. Вы сможете, во-первых, заработать денег, да, на самих сделках при торговле по полученной торговой системе. Во-вторых, вы сможете забрать гарантированно денежный приз, принять участие в дележке призового фонда. Размер призового фонда я вам сейчас озвучу, имейте терпение. Итак, стоимость доступа в мастер-класс Андрея Чеберяченко «Торговая система 1 + 1 + 1 = 1000» составляет всего 500 рублей. Это исключительно номинальная стоимость, да, и вся полученная прибыль за минусом расходной части издательства InfoDVD, вся полученная прибыль от собранных билетов на мастер-класс пойдет на формирование призового фонда. И как раз вот этот весь итоговый призовой фонд мы и разделим между всеми участниками, которые в итоге справятся с конкурсными заданиями. Как видите, вы практически ничем не рискуете. Все зависит только от вас. Вам нужно будет взять простейшую, четкую, формализованную торговую систему и выполнить простейшее задание. Просто делать одну сделку в неделю и больше не торговать. И вы таким образом заработаете денег сделки, и вы как минимум вернете, да, вложенные вот эти 500 рублей. Но учитывая то, что не каждый будет выполнять это конкурсное задание, к сожалению, статистика, она говорит именно об этом, то, соответственно, в качестве приза, да, вы получите гораздо больше, чем те 500 рублей, которые вы сегодня потратите. Найдете ли вы сегодня более лучшее применение 500 рублям? Подумайте об этом. Мастер-класс Андрея Чеберяченко состоится 11 апреля 2019 года. О времени старта мы сообщим вам чуть позже. Как только вы перейдете по ссылке и оплатите свое участие в мастер-классе, мы вам сразу же вышлем ссылку на доступ в онлайн-комнату, в которой непосредственно и состоится сам мастер-класс. Если вы смотрите это видео уже после 11 апреля, да, либо если вы просто опоздали на мастер-класс, заплатили его и не смогли принять участие в прямом эфире, абсолютно не беда. Запись вам будет предоставлена, вы сможете посмотреть запись мастер-класса, и даже если вы не успеваете принять участие в конкурсе, вы в любом случае получите прибыльную, простейшую торговую систему, которая позволит вам окупить эти 500 рублей. Да, буквально в одной сделке я вам уже показывал сегодня собственные примеры сделок, которые мы проводили по торговой системе Андрея Чеберяченко. Итак, дорогой друг, мы вам рассказали все подробности. Записывайтесь прямо сейчас. Ссылка на запись находится ниже под этим видео. Нажимайте на нее, переходите, оставляйте свои правильные данные, оплачивайте 500 рублей. И мы ждем вас в прямом эфире 11 апреля 2019 года на мастер-классе 1 + 1 + 1 = 1000. До встречи, увидимся, пока.